наш кумир. Бессменный руководитель дирекции детских программ, автор и телеведущий... Да, я Сергей Супонин. Он делал передачи для детей по взрослым. Только его усилиями детское телевидение жило, и он находил новые форматы. Какое из популярных телешоу Супонев придумал во сне? У нас таких детских передач катастрофически мало на телевидении. И что стояло за его страстью к экстриму? Гораздо глубже эта депрессия была, чем нам казалось всем со стороны. Что произошло в тот злополучный день? «Легенды телевидения» с Александром Стриженовым. В четверг в 19:40 на телеканале «Звезда».